Доброго времени суток вам, дорогие друзья! Вновь вы на канале «Новые горизонты». Мы сегодня с вами приготовим замечательное вкусное варенье из зеленого крыжовника. А варенье будет необычным. Варенье мы сварим с вами на отваре вишневых листьев. Дорогие друзья, я вымыла крыжовник. Посмотрите. Вот такой крыжовник у меня. Еще не обработала. Нужно все это срезать. Как говорится, посмотрите, друзья, срезать плодоножки. То есть ягодка должна быть вот такой. Вот, видите? Вот такой ягодкой. Дорогие друзья, посмотрите, я очистила наши ягоды. Крыжовник от плодоножек освободила и проткнула каждую ягодку иголкой или вот таким маленьким шилом. Сегодня будем варить крыжовник именно, друзья, на вишневых листьях. Вот, посмотрите, у меня веточки вишни. На килограмм, пожалуйста, запомните, на килограмм ягод мы берем с вами целый стакан вот таких листьев. То есть вот так вот собираем и набиваем в стакан, друзья, листиков. Вишневые листики мы набираем полный стакан, без веточек. Сейчас, друзья, у меня есть вот такая кастрюлька. Посмотрите, 6-литровая кастрюля. Сюда я высыпаю обработанные наши ягоды. Вы уже видели, как их надо обрабатывать. Перекладываем стаканом листочков, посмотрите, вишневых. Видите, друзья? То есть все листочки мы переложили килограмм ягод вот в этой кастрюльке у меня. И заливаем 2 стаканами воды. То есть вот этой смесью на 8 часов, друзья. То есть хорошо переложила все ягодки вот так вместе с листьями на 8 часов, залила водой и на 8 часов в кастрюльке оставила. Дорогие друзья, посмотрите, я через дуршлаг слила всю воду, весь сок, вот он, ягоды. Сейчас выливаю в кастрюлю и добавляю сахар. Сейчас рассол у нас закипит. Тут листочки остались, ничего страшного. Посмотрите, друзья, вот здесь на килограмм крыжовника я добавила килограмм сахара. Сейчас закипит и мы выключим. Вот таким образом сейчас как закипит варенье. Дорогие друзья, посмотрите, вот первое закипело у нас. И мы отключаем. Пена пошла. Мы отключаем. Итак, нужно нам до кипения довести 3 раза. Вот такое замечательное, посмотрите, друзья, вкусное, ароматное варенье получилось у нас на вишневых листиках. Посмотрите, и листики тоже сварились, они очень вкусные. Я хочу сказать, друзья, что готовьте такое варенье на отваре вишневых листьев. Варенье необычное. Посмотрите, ягодки целые все. Очень вкусное варенье. Вот такого цвета,
Приятного! Ну что ж, дорогие друзья, посмотрите, какое варенье у нас получилось. Смотрите, какое прозрачное. На отваре вишневых листиков. Очень вкусное, аппетитное. Готовьте такое варенье, друзья. Посмотрите. Ягодки все целые. Очень ароматное, душистое варенье. Ну что ж, до новых встреч на канале «Новые горизонты».